Мы являемся мобилизованными военнослужащими. Молодец, дай сигарет. 252-го полка мотострелкового. Дошли до границы ПГТ «Меловое». Связались с командованием, чтобы нас вывезли на территорию части, в Богучар, на Российскую Федерацию. Нас не хотят отпускать на сторону России. Заявки мы писали, все сделано, нас никто не слышит, никто не хочет прислушаться к нашей. Мы просим оказать нам помощь. Просим оказать помощь правовую. Ну, спасибо за внимание. Правовую, да, отсюда. Сними свои погоны! Где храбрость, которая с утра была?